Лукашук, Євген Крюков, Sneaker Fanatics. Непрофесійні фотографи поширювати знання про направлення снікерхедизму у фото почали близько 3 років тому. Неодноразово брали участь у всеукраїнських фестивалях. Роботи хлопців публікували відомі іноземні пабліки. Так, і ми зустрічаємо нашого гостя в студії. Доброго ранку вам. Доброго утра. Слухайте, і ми теж так, з моєю співведучою, теж сьогодні так синхронно починаємо ранок. І дуже круто, що ви з нами. Взагалі, по-перше, хочеться спитати, як у вас настрій. Думаю, зранку так раненько прийти до нас до студії. Це хорошо, приємно на самом деле. Весело. Весело. Це круто. Отже, ну ви поширюєте такий напрям у фото, снікерхедизм, так, снікерхед. Хто це такі? Що це за напрям такий? Звідки він пішов взагалі? Яка його історія? Взагалі, поясніть нашим глядачам і мені, що це за напрям. Взагалі, пішло це все оттуда же, откуда і вся мирова поп-культура, собственно, із США. Вот. Где-то в 80-х годах начал очень бурно развиваться, спортивная індустрія розвивається вообще уже давно, но кроссовки начали примерно в эти годы выходить за рамки чисто спортивных состязаний. Люди носили кроссовки своих любимых атлетов, и дизайнеры стали придумывать новые нестандартные ходы, чтобы популяризировать обувь не только среди спортсменов, но и среди обычных жителей. Ну и так всякие музыкальные направления этому способствовали, потому что музыканты носили на концертах конкретно какие-то бренды, и даже пели песни про определенные модели обуви, там Run DMC, например, прославились. Да, культовая вообще у них песня была Superstar, My Adidas. И реально вот это был такой большой прорыв тогда получается, потому что это, ну вообще сникерхедизм, это не совсем направление фотографии, это такая культура, да, скажем, которая зародилась. И, собственно, она очень тесно связана с хип-хопом, потому что именно в хип-хопе появилось такое понятие, как самовыражение через, ну, вообще посредством того, что у тебя есть. Это и граффити, то есть, да, рисуют диджеи, которые играют на пластинке, бибои, которые танцуют. И, собственно, внешний вид, это была такая отличительная черта, тоже при помощи которой можно было выделиться. И вот все старые фотографии, которые вы могли видеть там в Нью-Йорках, в метро, где-то там, где стоят, все ребята такие на стиле всегда, у них кроссовочки там белые. И вообще прям тогда, ну, мы общались, мы были сами в США, мы общались вот с теми первыми бибоями, которые начинали, они говорят, что если ты танцуешь и где-то свой кроссовок стер, то все, короче, это уже ты не очень хороший бибой, нужно идти практиковаться дальше. Ого, боже, вот. Это так все серьезно. Ну, потом появился такой атлет, как Майкл Джордан, который вывел это все на новый уровень, за ним следили миллионы людей, и его кроссовки, в которых он играл на играх, продаются на аукционах по 60, по 100 тысяч долларов. И люди стали просто собирать все модели, в которых он выходил на площадку. И, собственно, с этого начался, ну, мне так кажется, такое направление в культуре, как сникерхедизм. Это люди, которые стали коллекционировать обувь своих любимых спортсменов, музыкантов. И, собственно говоря, общаться друг с другом на этой почве, искать какие-то редкие модели, собирать огромные коллекции по 100, по 200, по 600 пар. Вот. Ну, я вчора намагалась розібратися із цим поняттям взагалі. Читала, що люди неймовірно, ну, в Європі і, ну, за кордоном це дуже популярно, тому що люди там і в чергах страшних стоять, намагаються там... Ночують. Так, що і ночують, намагаються... За неділю некоторі ночують, ночували. Зараз помінялася система, але це таке. А ну-ка, що це за система? Як помінялася? Ну, зараз із-за того, що в Европе все-таки повышенный уровень терроризма там, и так далее, то магазины запрещают ночевать у себя в палатках неделю под витринами по 100 человек. Пару лет назад еще так было здесь, видимо. Да. Вот люди ночевали там в палатках, прямо разбивали, зима, холод, они ждут какую-то конкретную пару, там вот этот, я помню, Кенни Веста первый, да, выходили, да. Turtle Dove, и в, ну, тогда в Ньюкасле, по-моему, есть магазин End, и там вот очень долго стояли, все прям ждали, хотели взять эту пару. Ну, я так розумію, в Україні все ж починає зароджуватись, теж така культура, і починають все ж теж люди цим займатися, цим направленням, так? Ну, как бы, это все в крайне зачаточном уровне, вот. Мы как раз стараемся это развить, потому что мы, в принципе, считаем, что то, что мы живем в Украине, у нас многие бренды
модели даже не привозят. Это не значит, что украинская молодежь. Ну, это, в принципе, направление только для молодежи. Я знаю людей, которым за 50, за 60 лет, которые в этом всем с головой. Хотим показать. Ну, в частности, мы стали заниматься фото для того, чтобы показать, в том числе иностранцам и, ну, нашим тоже людям, что, в принципе, все это возможно и существует в Украине. И то, что ты живешь тут, даже в Николаеве, это не значит, что ты оторван от мировой культуры. И то, что ты, если хочешь, і тебе щось інтересує, то ти можеш робити де угодно, в будь-якому місті. Так, отже, ви стали саме тими направлені, хто колекціонує, можливо, фото, так? Я так розумію, чи ні? Ну, ізначально ми стали колекціонувати кросівки, а фотографії, в першу чергу, ну, оскільки ми живемо в Ніколаєві, і тут, якби, єдиномислюнників у нас дуже мало, з розвитком Інстаграма стало дуже бурно розвиватися снікер-фото, тому що для людей з'явилася можливість обмінюватися, так сказать, друг с другом, даже на большом расстоянии, показывают, что вот у меня есть классная пара. Дивись, у меня такая пара есть, в тебе немає. Ну вот да, да. Сначала это было очень примитивно, а потом это, ну, переросло в такой вот более как вид искусства, я не знаю, фотографии, да, вид фотографии именно кроссовок, когда ты подбираешь там все. И это тоже способность коммуникации между собой. То есть вот это сообщество сникерхедов, да, коллекционеров, по всему миру, на почве вот этих вот фотографий, на почве каких-то вот таких вот вещей можно, ну, познакомиться и иметь друзей вообще, да, вокруг мира очень легко. Просто это сейчас выходит далеко за рамки просто именно собирания кроссовок. Mm-hmm. Люди в это настолько вовлечены, из настолько разных сфер, что художники рисуют кроссовки, дизайнеры делают всякие арты кроссовок. На модных показах уже можно увидеть модели, которые ходят не на High Heels, а ходят в Джорданах. То есть да, это стало... На High Fashion Week вы можете посмотреть фото. Угу. Все модники приходят в кроссовках практически. То все, кроссовки заполонили світ, так? Ну, вы сами можете посмотреть. Сейчас дизайнеры таких домов, как Givenchy, Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, они все делают кроссовки. Они сотрудничают с Nike, с Adidas, кто и делает так сам, да, вообще Louis Vuitton, вот есть бренд одежды Supreme, и вот они сделали такую совместную, они вообще выкупили этот бренд и сделали сразу коллекцию, которая сейчас продается, ну вот, ну айтемы из этой коллекции продаются по 10, по 15 тысяч долларов и так далее, хотя они, ну изначально они были не дешевые, да, по 2-3 тысячи долларов, но сейчас цена вообще... ракета. Слухайте, неймовірно. Розкажіть трошки про себе. Я знаю, що у вас сьогодні буде фотовиставка, і ви якраз будете представляти свої роботи. От розкажіть, де буде, котрій можна прийти помилуватися вашими фотороботами, і взагалі, як вам вдається так фотографувати, от передавати, можливо, цю, от, як це все відбувається? Як зробити снікер-фото, наприклад, ну, снікер-хедське фото, я не знаю, як назвати. Пособі. Коротке. На самом деле, це все на... Я не знаю, на каких-то внутренних ощущениях. Нас никто не учил. Мы просто смотрели то, что делают люди, на которых мы равняемся. В первую очередь мы смотрели на такую команду, называется Sneakershot. Ребята из России. Они были первыми в СНГ, кто начали фотографировать кроссовки. И их фото появлялись в многомиллионных иностранных журналах. И мы как бы брали пример с них. Мы общались со всеми этими ребятами. Сейчас практически все из них работают, кто в Nike, кто в Adidas, кто фриланс-фотограф, заработает с разными брендами. И, собственно, сначала копировали, наверное, их стиль, а потом уже начал появляться какой-то свой. Собистый ваш, так? Да. Вот. Поэтому никаких каких-то конкретных советов у нас нет. Кто хочет этим заниматься, я знаю, что в Украине ребята пробовали. Я могу только сказать, что нужно пробовать и... смотреть на результат, общаться с другими фотографами, с фанатами, и придет какой-то свой стиль, свое понимание того, что ты хочешь делать. Слушайте, ну це круто, і дякую за настанову нашим глядачам. Вони тепер будуть, можливо, більше надихнутися цим і будуть свою якусь колекцію створювати теж, фото, щось робити. Я знаю, ви мені ще допоможете, ви ж не тільки снікерхеди, так, я так розумію, ну, взуття фотографувати, ви взагалі робите класні вуличні фото, так, вуличного стилю. Ну, на жаль, не встигаємо поговорити про це, але я знаю, що ви мені допоможете сьогодні зробити класну фото в студії. Ми це зробимо, і я вам покажу потім результат.